you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И у нас на канале уже стукнуло 7000 подписчиков. Давно хотел снять этот видосик, в принципе, но никак не было времени. Поэтому вот я сейчас записываю видосик этот. Большое вам спасибо всем, кто подписался, кто будет подписываться. Вы просто красавчики, реально. Я вас просто всех люблю, подписчиков. Ну, как подписчиков вас люблю, конечно. И думаю, вы некоторые меня любите как ютубера. Но это не точно. В принципе, да. Я очень доволен, я ждал эту цифру, 7000, вот, он видит, вот, 7000. Ну, уже чуть больше, но все же, 7000, оно есть 7000. И на канале уже больше миллиона просмотров, смотрите, вот, больше миллиона. 1 147 000 просмотров, это довольно-таки неплохо, я думаю. Конечно, да, у меня много видосов, как бы, за 3 года это, конечно, как бы, небольшое достижение, но все-таки... Хоть какое-то достижение, это уже хорошо. В принципе, кстати, не забывайте на группу подписываться, вот на эту группу. Я здесь еще писал недавно то, что вот стукнуло 7000, поэтому подписывайтесь на группу, я там писал насчет конкурса, даже писал кое-какого, поэтому вот голосование здесь сделал, поэтому заходите, голосуйте насчет конкурса. Конкурс будет, но не знаю когда, потому что мне нужно подкопить бабосы. Если бы мою основу не деактивировали, я бы сделал бы конкурс на 7 миллионов. На 7 лямов, пацаны. Но, к сожалению, мою основу деактивировали, и этого не смогу сделать. Хотя собирался сделать конкурс на мазинки на 7 миллионов. Пишите в комментариях, делать ли конкурс вообще, либо просто видосики продолжать снимать. Мне, в принципе, без разницы. Я подкоплю бабки и сделаю хоть какой-то конкурс. В принципе, либо кто хочет мне помочь с конкурсом, кто хочет быть спонсором, то пишите мне как бы в ВК. Вот моя страничка в ВК, ссылочка на нее тоже будет, на мою страницу ВК. Поэтому, кто хочет быть спонсором, тоже можете писать, в принципе. Так, давайте посмотрим, сколько у меня за все время видосов. Мне просто интересно. Я думаю, вам тоже будет интересно. На моем канале за все время сколько видосов... Так, ну, вот, сейчас 7074. Вот, можете статистику посмотреть, кому интересно за этот месяц. В принципе, да, сегодня уже 31-е. Поэтому, кто хочет, можете посмотреть вот эти все данные, кому там интересно. Я ничего не скрываю. Мне, в принципе, пофиг. Вот, данные в реальном времени можно глянуть. Только что-то у меня барахлит, малёха, интернет, это нормально. Так, давайте вот так вот делаем. И все. Пусть он загрузит. Ну, в принципе, я с партнерки ничего не имею, поэтому, как бы, можете даже не думать по этому поводу, поэтому. Так, ну, что у нас тут? Вот, просмотры. За последние 60 минут... Просмотров 240, за 48 часов 8000 просмотров. Уже 8100 просмотров, видите, все обновляется. Вы просто можете видеть, сколько у меня просмотров, как бы, что они не накручены. Кто там думает, что все накручено, в принципе. А вот менеджер видео, сейчас посмотрим, сколько у меня видосов всего за все время. Это будет довольно-таки интересно посмотреть. Лайк, кстати, за вебку. За все время у меня 2441 видео. Я думаю, это дохуя за столько времени. Это реально дохуя просто. Это реально много. Ну, вот такие вот просмотры у нас. В принципе, это все нормально. Давайте сюда переместимся. Сразу же. Сразу же сюда переместимся. Так, вот так сделаем. Ну, а вот популярное видео, 18 тысяч просмотров, в принципе. Я даже удивлен, что это видео набрало больше, чем это. Сначала в топе было это долгое время, потом это видео обогнало просто все видеоролики каким-то образом. Я не знаю почему, но 18 тысяч просмотров уже, вроде бы недавно было 17. Ну ладно, это у меня все, всем большое спасибо, ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал.
И ждите меня новых видосов и, возможно, в скором времени конкурс. Кто желает помочь, пишите мне в ВК. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.